Друзья, перед началом этого ролика хочу сказать, что у меня на канале сейчас проходит масштабный конкурс общей суммой на 9000 рублей, итоги которого будут подведены 27 февраля. Всего победителей будет 10, все условия конкурса есть в описании, обязательно участвуйте. Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Gamerus TV, и в этом видео вы увидите определенный новый формат, которого на канале еще не было. Вернее, он был, но я это делал достаточно давно, когда канал только создавался, и тогда ролики еще были без голоса даже. В общем, сегодня вы увидите рубрику челленджи Critical Ops, которую я, собственно, возрождаю на канале. И первым челленджем, который я выбрал, будет челлендж «Стервятники». Мне кажется, это подходящее название для него. В общем, в чем суть челленджа? Я могу лутаться в катке, в ММ, в ранговой игре, только с трупов. То есть я не могу покупать абсолютно ничего в магазине и сам это использовать. В правилах я сделал допущение, что я могу покупать и скидывать дроп своим тиммейтам, просто чтобы, ну, средства не копились, ну и по сути я, ну, не руинил никому игру. То есть я могу скидывать всем дроп. Лутаться же я могу только с трупов, и пока я не найду себе оружие или какую-то экипировку, я могу использовать только нож. Ну и суть челленджа состоит в том, чтобы, естественно, выиграть ММ, играя только вот таким вот способом. Ролик получился достаточно интересным, поэтому не забудьте поставить свой лайк и подписаться на мой канал, если он вам понравится. Также хочу сказать, что если рубрика челленджа вам понравится и вы хотите продолжение ее от меня, то давайте сделаем так. Если этот ролик набирает 150 лайков, то выходит новая часть с каким-то новым челленджем. Можете накидать идеи в комментариях, какие бы челленджи вам было бы интересно увидеть. Не буду больше затягивать. Всем приятного просмотра, друзья. Мы начинаем. Поехали. Поэтому я, короче, не закупаюсь, играю, короче, этот... Я могу вам дроп, кстати, давать. Я тебе могу дроп давать. Нет, нет, не можешь. Могу. Тебя должны именно убить. Да, тебя должны именно убить. Я сейчас играю с динамичным прицелом и на 100. А, нет, на 30 все-таки. Я пока дроп не подобрал, могу только с ножом играть. У нас одинаковые айпады. Да? И какой же у тебя? О, это лестница. 7. Ага. Пусть кого-то убьют. Минус один. Мне подобрать, мне пистолет подобрать. Иди, нужно. Подбирай пистолет. Все, подобрал. Они ими сейчас будут. А, нет, вон они. Этот, музей. Музей. Наверх. Ладно, вы... давай, пуш, он каленый очень сильно, давай. Тихо. Че мне пушить? Сзади он бит. Понял. Зря я попёр. Я упал! Фух, не до конца упал, слава богу. Я буду чекать наверху. Так, ну вы... Всё, лаз остался. Вы должны вытащить тоник. Ой, ой, чё он так приседает, опасно. Тихо, давай тихо. Киньте, он колёт. А, прикольно. Вы потом говорите, я вам буду дроп давать. Типа, я не могу сам закупаться. Окей. Я поэтому пистолет выкидываю. И ты типа с ножом будешь бегать? Да, я могу оружие только подбирать. Типа я сижу, пока прячусь просто. Сижу, прячусь. Угу. Беспомощный мальчик. Это фул Б. Динамичный прицел убираем, потому что это ужасно. Ага, я с этим играю. Влад, понял. Ты вообще молчи, тебя вообще убили. Так я с ножом бегаю. Ну вот, поэтому тебя и убили. Хень, тебе не заходит. Да знаю. Всё, тупик, конец. Бум, ещё один. Там. О, первый раз выполнил челлендж в попсе. Тоник, скажи, что там никого нету. Там такой рай по оружию. Поэтому я дал минус 3, да? Пожалуйста. На. Вау, Влад. Так, оно у меня есть минус 3 уже, это хорошо. Так, а я могу это оружие, кстати, использовать. Я же его с падшопа подобрал. Я могу эту штуку использовать. Все. Что ты сказал?
Я говорю, обрезка 0,18. Ага, понял. А ты что думал? Мне послышалось, какой бред. Какой бред? Вместо обрезка 0,18, какой бред? Да, Дим, прикинь. А, да? А где это? Что это? Это мид? Это мид, да, мид. Новости, Last. Новости, это музей? Это мид, он с ОП. Опа, я выйду так, а я выйду молодец. Так, найс. Как вы так чекаете, а? Один музей. Прикрывайте кто-нибудь меня, я попробую оружие забрать. Музей есть. Пожалуйста, пусть давай, тут никого хенки. Не будет. Хенки, да, тут давай, никого нет. Молодец. Это Б. Лол, а как он пробежал и меня не заметил? Еще. Где? А, вижу музей. Ну, уже нигде. Музей. Музей, может, кафе? Ой, не музей, господи, кафе, правильно. Бар. Это бар, да, называется, правильно. Бар, ну, кафе-бар. Тихо. Я видел его. Я тоже. Уже не вижу. Это не часто, не редко. Сейчас здесь выйдут, короче, и я сделаю эйзи. Шутка. Это... Это музей, да? Это... Это музей. Убил. Объясните, как я с челленджем иду выше, чем чел у нас без челленджа? Там лестница. Уходи, Хинки. Ля какой. А, что? Там два кафе. О, у нас чел такой умный. А почему? С пистолетом. С пистолетиком. У нас чел раб. Ага, и при этом на всех гонит. Чтобы больше. Да. Так, дроп нужен? Дроп. Нет. Куда мне деть? Короче, я просто дропну. Может, кому-то надо. Смотри, что он пишет. Я просто дропну. Чтоб деньги просто не пропадали. По идее, они рабы. Мы должны их вытащить. Ну, по идее, вы играете 4 в 5. Ой-ой. Как опасно. Меня спасли. О, найс. Оружие можно забрать? Найс. Тихо. На миду где есть оружие. Я попробую. Бери здесь. Прикройте меня, пожалуйста. Ой, то есть не это там ласт, убей, пожалуйста. Да. Сейчас. Пик, не пик. Найс. Я с Авиком. Где они? Ну, я так понял, вам на помощь нужна. Он прострелил меня, как бы. Я наверху был. Его вообще не было видно. Через дверь. Понимаю. Прострелил. Тоника, чё ты? А где Тоника? Я тут. Ой. У нас как бы не раунд. Не спасай на А. Это А? Да. Тогда не спасу вас. Тоник, давай клатч 1-4. СВП. Там чел. Так, давай дроп. На, авапа. Да что ж такое, я опять это купил. На, авапа, аук, все, забирайте. Стой, красивые скины надо брать. Все. Меня снайпили в полете. Ай, снайпили в полете. А, вон там мид, короче, просто сидит. И все, и просто сидит. Так, Влад, авапу я подобрал. Я подобрал. Это твоя. Не... Почему? Так она же с трупа. Но она с моего трупа. Ну вот. Это твоя авапа. Так она с трупа. Я лутаю с трупа, случайно. Эх ты. Ладно, хотел тебе переговорить. А что, а у нас музей типа никто не чекает, понимаю? Музей.
Ага, убили, да. Влад включился. 5-7. Это с челленджем, заметь. Лестница вверх, лестница вверх. А. Там пистолет нож его посадят. Тихо. Там мидван, там нож. Короче, короче, я вот сюда сяду. А, это ж с трупа я могу взять. Пиво. Кого-нибудь убить или умрите кто-нибудь? Мы умерли. Там их двое уже. Давайте, заходите. Так, все, оружие. Вверх, все, взял. Идем вверх. Идем. Расчастить для меня, потому что я иду по спина. Понимаю. А, понимаю. А, прикольно. Кто это? Ноунейм какой-то. Влад бежит. Я подобрал уже оружие. А, они все там крутятся, поэтому 2 ОП. Влад, один возьми нормальный СГ. Под тобой СГ. Там 2 ОП. Ладно, пока, парень. Пока. Привет, пока. Ты так типа побайтил. Один мид. Мид уверен. Тихо. Ладно. У Целика один мид, ник. Все, блэнд. Раунд должен быть ваш, это ваш раунд. Там АВП ласт, это ваш раунд. Да, это АВП. Так я сказал, что он именно там стоит. Я же читал. Прям за колонной. Я же хотел вот туда пройти. Ну чел, в принципе, стоит правильно. Он пойдет либо оттуда, где, либо с КТ. Ну так он все равно пойдет либо но оттуда, он либо. Он обезвредил уже. Он уже не успеет обезвредить. Но зато наш умер. Смотри. Бум. А, нет, он был близко, значит. Он обошел. Да, ты просто пошел. Снизу и мид. Я понял. Это музей. Привет, ты кто? Кто это был? Тихо. Мир фулл флэш, меня сейчас возможно убьют. Нет. Ты... Души. А, хорошо. Потом... Дроп нужен? Дроп нужен? Алло. Нет. Не нужен. Окей. Ты лазерей кого-то? Да. Минус 4. Угу. Вот, скинешь, пожалуйста. Ага. А у меня там не локало, там все нормально было или там. Да не вроде нормально. Да вроде нормально. Так всегда, так всю жизнь. Даже у меня. Тем более, я стоя убивал, ты видел? Я же говорю то, что я буду стоя убивать. Вот я стоя убил. Сделал клатч 1-4. Так, дроп там где? Где ты чела убил? На миду, там вдали, ты не возьмешь. А, понял. Я тебе могу, конечно, закрыть проход туда на мид. Да не надо, пошли, не стой. Я с тобой. Пошли, я тебе закрою проход. Да не надо, все похер, куда? Пошли. Кто мне бомбу дал? Чел близко. А, спасибо. Бить.
Зарежьте. Ну не мне ж ножом. Их двое. Понятно. Помогите, я с ножом. Где оружие? Не знаю. Вообще никакого нету. Иди на нож. Да. Это рофл? Где оружие? Ты мог обойти. Да пофиг. Оружие. Вон там музей. Влад, музей. Раз. Пошел, пошел, пошел. Ладно, не пошел. Иди, давай. Фу, пошли, пошли. Да. Он же не даст мне забрать. Или даст. Нет, дал. Тихо. Меня убьют. Что ты делаешь, Плэнт? Нет. Я оружие забрал. Я иду на Плэнт на Б. Нет, по мне есть инфа, но я там очень сильно наработал. У нас спина. У нас у нас наши респы. С нашей респы один чел пойдет. Музей. И ты еще. Ну, с нашей базы, короче, один чел. Кто музей? Я ты в музее. Вот Флинч. Найс. Господи, я туплю. На самом деле, мы их реально можем выиграть. Мы отдали столько раундов, на самом деле, тупых. Так, я даже не начинал запись. Я думал, сейчас выключу запись, потому что много памяти берет. Ага. Меня даже не записывалось. Мид был мид. А, нет, какой мид, он на Б, с АВП просто сидит и смотрит. Нет, приседать можно, а стрелять нельзя, сидя. Тихо. Я понял, мой намек. Музей есть. Мне не дадут? Пожалуйста, убейте. Все, дайте хоть что-нибудь. Не, я МК возьму. Он уже спустился. Убейте сами, я не хочу. Найс. Аук, пожалуйста. Успел. Иди пуш. Погнали. Да все вместе заходим. А я иду обратно на Б. Как всегда, у меня бомба. Да. Почему именно меня? Сидите, не сидите. Ааа, он меня ждал! Быстрее. На Б. Нет еще. Ничего не апал, он нет его еще очень долго. Нужен как минимум хэвик. О, хорош, Кинки. Не можете этого чела убить! Хорош, что за байк? Да ладно! Хорош! Что? А что сейчас было? Быстрей, плент на... Мы куда идем, А или Б? Да. Жаль, что ты не заснял. Я это не зарекал точно, думал, Влад помер. Не пикайте. Тихо, Влад, пожалуйста, да, тихо. Как ты чекаешь? Так я не то чекал вообще. Молодец. Молодец. Взял просто минус 3. Все, так вы рофлите, мы челлендж выполнили с первого раза. Легчайше просто. Ролик с первого раза записан вообще прекрасно. Вы понимаете, что это такое? Я взял просто и затащил вам раунд. Юху, я молодец. Ты всю катку затащил. Друзья, на этом видеоролик подходит к концу. Всем спасибо огромное за его просмотр. Поддерживайте ролик лайком, если он вам понравился. И не забудьте подписаться на мой канал. С вами был Геймерус, мы увидимся уже на новом видео. Всем пока.